Часто спрашивают, как найти лечебный гриб веселку. По запаху. Если вдруг в лесу вам в нос ударил неприятный запах падали, то ищите выстрелившую, облепленную мухами фолос. Он и укажет месторождение веселки. А дальше, внимательно всматриваясь в почву под ногами, неподалеку 100% заметите так называемое яйцо. А повезет и десяток. А вот это то, зачем мы охотимся. И опять же, видите, какая вот она почва. Вот, вся рыхлая. Гриб веселка уникален по своим свойствам. Можно есть сырым, добавлять в салаты, можно сушить, ставить на стойки. Ищите, это не так уж сложно. Наш рекорд – 27 яиц веселки вокруг одного пня. Вот, видите, на такой ниточке, вот как бы, вот. Вот такой он, лечебный гриб веселка.